уже-то моя черненькая. Ну, мелкая, Костян. Вообще не крутит, да. Да бери поменьше, вытяни поменьше. Давай, тяни. Да. Давай. Больше рука. Победа! Ловать нивы. Я! Вторые выходные, вторая внутренняя полуось. Костя, ну ее. Ну, граната, полуось. Она же из редуктора выходит. Вы там этот инструмент меньше затаптывайте, пожалуйста, господа хорошие. Ага. А знаете, где сломался? В моей луже! Не проехал. Я тогда ее проехал, а он не проехал. Ну, туда арочного еще километров 7, и потом еще километров 10. Ну вот решили сейчас сделаться. Сейчас скинем гранату. Есть у Олега внутренняя своя. Попробуем поставить. Главное, чтобы получилось все достать. В общем, что, кайфуем. Время обед. До заката еще есть время. Сейчас починим Костяна. Как, наверное, скорее всего, внутренняя граната опять. И... поедем дальше. Опа. Маска Костя, есть? Костя знает, как делать. Силикон, да, есть. И нет, масло есть, все есть. Да, только... Вазелин. Вазелин брать мне для очка надо. Спросили про смазку. Есть маска или нет? Все есть. Шурузовая тоже есть. Все вместе. Поэтому не взяли. Костян, что ты ищешь? Я что ищу? Как выдернуть гранату? Есть YouTube? Зайди, пожалуйста. Есть YouTube. Ну, в городе точно.
Ты не вылазит? Нет, она сюда даже не хочет заходить. Тут только герметика, что хереть можно. Ну, значит, надо рвать просто? Нет, даст молоток. Вот говорят, что иногда в лесу можно починить то, что не чинится на сервисе. В общем, где? Покажите, пожалуйста, правую вот эту мутатень. Вот. У Костина обломила левую внутреннюю. Магнитика, ну кусочек там остался, магнитика нет, сейчас будем ломать. У меня есть ножницы по металлу, можно раскусить ее. Молотком, прям магнит ломай. Понятно, что магнит. Сломай ее. Все? Вон, что? В диск положи. Андрюх. В диск? Ну можно в диск. Вон монтировка вон, есть. Положи. Короче, сейчас посередине будет ломать Андрюх. Магнит и магнитом доставать. Андрюх. Че, мы отъехали, Костина починили, он на полном приводе. Паджерик не может проехать колею. Он без блокировок. А у тебя задней блоки нету? У тебя должна, по-моему, быть с завода. Не? Давай вот здесь. Еще назад. Еще назад. Вот, ну включи понижайку и включи заднюю. Кайфани. Ух. А чё не по колее? А у него закусывают, у него надо это. И ты опять полностью трос намотал, да? Опять полностью трос намотал? Да вот, за большое! Закрой. Не прыгай! Не прыгай! Олег, вправо чуть-чуть, вправо. Закрывай, закрывай. Не вылезет, не вылезет! Тяни, 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 трос! Вообще на изи! Хорош! Костян, а что ты не снимаешь? Помнишь, тут Кира выехал, да-да, на Гудричах? Блин, меня голову грязью закидало, я. Давай, пошел, Хасик! Олег, возьми телефон в карман для видео, поснимай!
На первой! Почему бегаю? Мы тогда так и проезжали, Костян. Вроде. Я поеду по ступеньке. А, Костян, сучка хитрая. Вот жулик, жулик!
Костя, а то, что видео длинное, ничего страшного? Да, целый год. Полегче сделаем. У пацанов тонировка нормальная. Сильно не газуй, меня заляпаешь. Я снимаю. Я тут на ходах надо ехать. Олег, ты вот там проехал? Вот прям где он идет? Не, Олег тогда единственный, кто проехал ее. Да залебедись! Нет, назад, все, дерево. Ну он чуть упирается. Давай, 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 давай. Понижай, подкрывка, включи. Да, она все включена.
Будем считать, что ты уехал. Ну нет. Ну как нет? Ну как бы нет. У меня на лбу даже грязь. Да, реально. А ты, смотрю, по объездке едешь, Кость? Я свои дороги делаю. А как ты хочешь там проехать? А? Самый хитро выебанный! Отношения у ребят в лесу-то. Подмотай. Будем второй раз. О, братан, а что с тобой случилось? Там посмотри, там привод оборвался, блядь. Думаешь? Да, загляни. Сейчас все запечатлим. Чудо какая-то. Да какой привод? Я здесь, Олег, стой, блядь. А ты что делаешь на машине? Я в лазе. Ай, окно! Олежа, раз палат! Не, бампер что-то загнулся немного. Ебаный дурак. Хорош, Олежа! Как так? Да, есть. Да ну нахуй, как он кидается так?
Колеса не крутят? Нет. Нет. Братан, мы разбирать второй раз. Остатку включи. А, включено? Ну тогда... Давай, доставай лебедку. Еще раз, подожди. Еще, аккуратно. В общем, ребятки, там Костян что-то записывал, пацаны записывали. Я вообще не собирался делать этот видос. Мы вообще едем по лайту. Мы вообще должны были в 2 часа приехать в Новосад. Сейчас грязью будет закидывать. Левее, левее. А время 9. А куда левее? Нет, наоборот, левее, вот сюда, левее. Прямо, держи тогда. Вот так и держи. Но у нас, видимо, в хорошую традицию вошло. Газа, давай, газу, газу, потихонечку, газу, газу, газу не. Давай, газу, 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 газу. Дави, газ. Да влево уже поворачивай, спадай сюда. Ну все, он не выехал и бы там. Санечек, давай, 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 дай. Да все. Че, перевернем, нет? А дай попробуй назад. Не-не-не, не надо. Стой. Стой. А, Костяну, кстати, 4 часа или больше делали машину. А, починили, он был полноприводный, все, уехал. А потом они с Олежей решили зарубиться там, где Олег проехал. Костян говорит, я тоже смогу. И опять передок порвал. Че? Ой, это Костя, наконец-то я нашел Костю. Братан, я здесь столько уже сделал. Ты ж там привет, песни поешь. Ребята, ваша долгожданная встреча. Обнимитесь, пожалуйста. Дайте, ой, хороший. Как тебе там песни и дискотека? У меня там все вообще шикарно. А я такой мокрый. Во-первых, я палец. Во-вторых, я вот это вот все выкопал. Чтобы ехать чем? Вот лопатой? Лопатой вот так вот, чтобы ехать максимально вправо. О, ты помнишь, мы тут сидели? Да, Олег здесь разулся, а стал аж перед той Нивой, и мы его взрывали, причем очень неудобно. Потом еще я вот это все сам проехал. Ты не сел? Я не сел. Олег сел, я все проехал. Ты мужик! Рука. Я аккуратно. Я дай. Ты мужик. Ты сегодня, короче, выбираешь такие машины, где надо садиться. Я по луже проехал. Я проехал вот сюда, там, где копал, не смог туда выехать. И вот мои следы. Я вот сюда прям в лужу съехал. Я знаю. Братан, если, смотри, ты поедешь, и вот за серединой, вот там, где кусты, тебя начнет стаскивать. Сразу падать туда. Там нету ничего страшного. Но я шел на первое все время. Ну смотри, да, натягиваешь. Смотри, там колесо висит. Влево колеса, влево! Включи фонарь. Он включен. Давай. Так оно правильно тянет. Отпускай в лебедку отпускай. О! Че, вправо ее перекинешь? Ну да. Нет. Я ж говорил, вас перевернем сегодня. А. Олег, тогда же где же разулся? Руслан разулся. Да. Сейчас где-то будет вставочка. Вот где-то вот тудун. Как разулся здесь Руслан. Это был маршрут, честно, даже не помню. Отдавай. Ой, мы его лебедка. Все, давай. У него лебедка, все, блядь. Что, все? У него здесь лебедка, больше нет. А, я думал, все уже поломалось. У него просто лебедка, надо здесь делать, по-другому он уже все. А куда ты так горцуешь, братан?
Новую фару давай, разбил. Лебедку, отпускай лебедку. Да, блядь. Надёт он. Пусть надёт. Да. Костян, конечно, тут натворил. Гребет классно у него. Я почти проехал. Да, в дерево. До дерева ты доехал. Костян, ты туда не заедешь, ты висишь, все, у тебя жопа. Я знаю, но я же хочу перепрыгнуть эту колею и поехать дальше. Не про... Понятно. Ну... Классно ты придумал, на самом деле. Ну, Олег, я же вообще мозгаю. Нет, я придумал классно, но так не получится у тебя. Жалко, Олег, а ну да, я подсвечу, попробую как-то, чтобы понятно было, как это все происходит. Блин, непонятно. Ну, то есть, вот туда, вот туда нам надо. Вот дорога. Вот колея. А вот так стоит машина и упирается в землю. Потому что он пошел, колеса не вышли из колеи, он буксанул, он тш, ну и бочком его закинуло. Еще и дерево, блядь, в ебану погнул. Ой. Ладно, что, короче, будем выезжать отсюда на лебедке. Там еще две лужи, одна. И вроде посмотрим, что там да как. Костян! Костян, вправо чуть-чуть вправо, дай, чуть-чуть. Все, все. Олег, а посвети на машину на него. Есть. Да, там пни. Есть лопат. Вот этот пенек надо убрать. Костян, да чуть-чуть вправо. Чтобы не вырвали, смотрите на колесо. Я смотрю. Не давай газу. Не давай газу, Костян. Смотри вот эти пеньки. Ты дерево завалил, тебе ж кричат. А да, отпускай лебедку им. Отдай лебедку. В общем, ребят, я дальше это снимать порнографию не буду. Короче, сейчас как-нибудь аккуратненько вот так вот лебедками потихоньку выедем.